палаточки стоят. Там сидят военные, которые... Вот такое вот ведерко грибов я насобирал. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы снова приехали за грибочками. Но только сегодня такая буря, и ветер такой сильный, и еще мало того, что не пускают в лес грибы пособирать. Ну, а причина, естественно, вы дальше узнаете. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, потому что я обычно показываю, где я собираю грибы, чтобы вы на будущее знали, куда за ними можно было поехать. Так вот, друзья, вот такой вот у нас сегодня ветреный денек. Вот только посмотрите, как шевелятся ветки. Это я сейчас просто спрятался за елкой, и мне более-менее нормально здесь стоять. А вообще очень ветрено. Ну, то, что я насобираю, вы, конечно же, увидите, как всегда, в конце видео. Спрашивали, на каких можно машинах проехать. Вот, например, Калина здесь катается по плато. Но это мы еще не доехали до самой той Долгоруковки, там, где были все основные места грибные. А вот здесь вот так вот вдоль елок и собираем. Плюс по лесу пройдемся, все, прогуляемся и посмотрим, друзья. Так, друзья, сегодня, конечно же, ветрено, но ничего страшного. Сейчас все равно мы, как обычно, по пути поснимаем лошадок. Они только что-то разбегаются. Но здесь их, друзья, как всегда, уже где-то около 9 утра, они уже здесь пасутся. Так, друзья, сегодня такая получилась ситуация, что за грибами не пускают, потому что на Долгоруковской Эйле ведутся стрельбы. Ну, получается, не доезжая, если прогуляться здесь вот по такому леску, конечно же, надо, чтобы чем-то разгребать, будут вам попадаться вот такие вот грибочки. Друзья, вот эта серая рядовочка. Сейчас мы ее подкосим. И потом посмотрим. Конечно же, сегодня не очень грибной день получится. Но, тем не менее, что-то будет. Потому что на основные поляны нас сегодня не пускают. Но, вот видите, они такие маленькие. И очень даже хорошие, шикарненькие. То есть, грибы есть, но мало. Потому что все основные грибы, конечно же, находятся ближе к Долгоруковской Эйле. И рядовки, и маслятки, и все-все-все. Ну а что я сегодня насобирал, я, конечно же, вам, друзья, обязательно покажу. Видите, какие шикарные. Надо так поразгребать этот рядышком, когда находится 1-2, там они по-любому рядом еще будут. Я буду собирать, что дальше еще покажу. Так, друзья, из-за того, что получается листья немного опали, ну, здесь надо так палочкой разгребать. И вот так вот они будут попадаться. Вот еще пару штучек. Ну, естественно, рядом будут еще раз на родах поразгребать, посмотреть. И они будут рядышком еще здесь. Сейчас срежем, посмотрим. Чистые, хорошие. Что у нас здесь? Друзья, видите сами, идеальные. Ни животных, никого здесь нет. Чистенькие, шикарные грибочки. Так, ну что, будем собирать дальше. Ну и вот таким вот образом. Вот, смотрите, прямо вот тут
я их срезал, и вот рядышком вот еще здесь стоит даже не парочка, а целая грядка грибов, друзья. Вот они, видите, все попряталось. Сейчас я это все посрезаю. Ну, этот не годится, потому что там животные, а вот маленьких как раз идеальный размерчик для того, чтобы замариновать их. Ну, естественно, пожарить тоже хорошее дело. Здесь их можно вот так вот собрать, друзья. Все, будем собирать дальше. Так, друзья, сборы продолжаются. Уже в ведре становится чуть больше. И вот я еще нашел несколько штучек. Чистенькие, все хорошие, друзья. Вот тут их и можно понаходить. Вот таким вот образом. Потом я когда уже пособираю, выйду, я вам покажу более подробно. Ну там, если что, будет понятно, где я их насобирал. И вот так разгребаючи. Вот, смотрите, вот прямо вот здесь рядышком я разгреб его. И вот он стоит, красавчик. Вот он. Так, друзья, нашел грядочку зонтиков. Вот так вот они выглядят. Ну, естественно, я думаю, кто не в первый раз уже смотрит мои видео, знает, что я их не беру. Вот такие вот, друзья, красавцы тоже. Ну, говорят, что они съедобные. Я не ел и утверждать не буду. И вот так вот они здесь пошли целой грядкой. Так вот, друзья, вот так вот его находишь. Один-два штучки торчат, получается, из-под листьев. А потом разгребаете, и рядом будут еще грибочки. Вот они пошли. И вот таким вот образом, вот видите, разгребаю. И здесь целая грядка идет вот рядом, ряд прямо. Вот они маленькие тут. Что-то я тут подрезал. Так что вот такой вот, друзья, сбор в этот раз грибов. Так, друзья, продвигаясь дальше, вот еще они начинают попадаться. Вот, смотрите, вот так вот чуть-чуть они присыпаны. И вот так вот потом разгребаем, и они здесь растут. Это только что я вот там чуть выше собирал, теперь чуть ниже. Они, видите, прямо полянами растут. Так что, друзья, будем собирать дальше. Ну что, друзья, уже из-за того, что сегодня сильный ветер, получается, листья уже почти все опали, уже деревья голые стоят, уже начинается время приближаться к зиме. Кстати, у нас сегодня ночью было около 4 мороза под Симферополем. И вот еще несколько грибочков найдено. Сейчас вот так вот поразгребаем рядышком. Вот еще. Рядышком поразгребаем. Вот, видите, как оно не растет. Главное найти один, а потом они рядышком целыми рядами растут. Идете, идете, хопа, грибок. И давайте рядом искать их. Вот в таком лесу гуляем. Так вот, друзья, вот так вот выглядит плата. Отсюда еще даже видно Симферополь. Мы еще даже никуда не смогли заехать, потому что вот тут палаточки стоят. Там сидят военные, которые и предупреждают, что проезд закрыт из-за того, что идут сейчас стрельбища, друзья. Ну и вот в этом сосновом лесу, туда вниз, я ходил, собирал грибы. Там гулял, ну вы все, друзья, прекрасно видели. Я здесь еще, конечно же, сегодня нам попались маслята. Целая поляночка. Сейчас я их попытаюсь аккуратно, чтобы распутать. И среди них, смотрите, мышата есть. Видимо, мышата только начинаются. Ну, здесь кто-то притоптал, но здесь их довольно-таки неплохо маслят, друзья. Целая грядка. Так что сейчас я их пособираю и в ведро. Вот еще, смотрите. Вот они спрятались.
Сейчас давайте-ка я срежу, посмотрим, чистенькие они или нет. Оп. Все, красота, друзья. Чистые и хорошие. Сейчас еще один. И в ведро. Вот, друзья, тоже чистый и хороший грибочек. Все, буду собирать. Ну что, друзья, вот уже ведерко потихоньку пополняется. Еще немножечко осталось. И уже можно будет уезжать. Сегодня очень ветреная, друзья, погода. Я, конечно же, хотел поехать на Ивановский аэродром. Это как бы памятник. И хотел вам показать там, какой урожай. И ко всему в придачу сам вот этот памятник. Ну, получилась такая ситуация, что не пускают. И плюс очень сильный ветер. То есть дрон не получилось бы запустить. Ну ладно, пособираем немного грибочков здесь. Еще погуляем, посмотрим, что здесь у нас растет. И посмотрим потом в конце результат, что я насобирал. Так, друзья, вот еще здесь подспрятались маслятки. Видите, какие красавчики. Вот здесь, здесь. Вот еще здесь в траве попрятались. Сейчас еще подсобираем. Потому что они здесь еще тянутся. Я так понял, что здесь поляночка очень даже хорошая. Так, друзья, уже с ведра виднеются грибы. И они здесь, получается, вдоль леса. И в лес заходить не надо. Вот, смотрите, еще одна грядочка. Вот таких вот шикарнейших масляток. Что хорошо, размерчик как раз то, что мне нужен. Вот видите, вот этот уже плохой. Его не стоит брать. А вот этот хороший, чистенький. Ну и вот таким вот образом, друзья, мы сейчас уже насобирали ведерко грибов. Вот, смотрите, вот этот вот тоже чистенький, хороший грибочек. Но они еще здесь, вот здесь вот растут. Видите, они вот прячутся все в траве. И вот таким вот образом можно насобирать их очень даже много, если быть внимательным. Так, ну что, друзья, вот я и буду теперь хвастаться своим урожаем. Вот такое вот ведерко грибов я насобирал. Как вы помните, изначально там внизу немного серой рядовки и лиловой ножки, или фиолетовой ножки, рядовочки. Ну, там ее совсем чуть-чуть. И в основном полное ведро масляток, друзья. Из-за того, что сегодня очень сильный ветер, вы только посмотрите, какой ветруган, как тягает деревья. Буду уезжать. На сегодня хватит заниматься сборами. Это я нашел, кстати, место такое, где поменьше ветра, для того, чтобы вам показать свой результат, сколько я насобирал грибочков. Ну, друзья, вот такая вот у нас получилась шикарная прогулочка по лесу. Насобирали немного грибочков, погуляли по лесу. Очень жаль, что, конечно, сегодня стрельбище происходит на плато, но ничего страшного. В следующий раз поедем куда-нибудь дальше. И то есть я вам показал, что и поблизости есть кое-какие поляны довольно-таки хорошие с грибами. Можно понаходить, если не торопясь, не спеша смотреть. Кстати, друзья, если кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, будет еще очень много чего интересного из Крыма. Ну и, конечно же, вам всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч в новых видео. Всем пока, друзья!